Капитальный ремонт крыши в этом доме по улице Привокзальной в Когалыме стартовал в ноябре прошлого года. Сейчас здесь полностью установили стропильную систему, закрепили ветровлагозащиту и обрешетку. А это значит, что большая часть работ позади. Вскоре крышу покроют профнастилом, а внутри постелят утеплитель. Качество работ можете сами посмотреть. Очень хорошо. Стропильная система обработана огнебиозащитными составами. Значит, у нас образцы были отобраны и направлены на лабораторию пожарную для определения класса пожарной эффективности. Чтобы завершить капитальную реставрацию крыши, строителям потребуется еще месяц-полтора. На улице Дружбы народов ремонтные работы тоже на финише. Здесь во всем доме обновляют лифты. Старое оборудование уже полностью заменили. И скоро новые подъемники ждет контрольный запуск. Эти циферблаты только на верхних и на всех? На всех. С рабочим визитом в Когалым специалисты Югорского фонда капремонта приезжают периодически. В этот раз ключевая тема – работа с обращениями от жителей города. Представители регионального оператора провели поквартирный опрос на получение платежных документов. Ну, сейчас поедем по объектам, где у нас были вопросы. То есть частные обращения. Нужно, во-первых, понимать, что весь дом не получил или только один адрес, ну и систематически это или не систематически. Сейчас вот поедем проверять и будем отрабатывать данные вопросы. Если не пришла квитанция капремонта, то не нужно ждать пени, долгов. Лучше позвонить по номеру горячей телефонной линии нашей почтовой службы 8-908-886-4206. Мы разберемся и доставим вовремя. Специалисты окружного фонда капитального ремонта напоминают, по всем интересующим вопросам можно обратиться к региональному оператору или ознакомиться с информацией на сайте ведомства.